Сегодня у нас 6 октября 2019 год. Мы тут с Игнатием Ивановичем собираем к аренду остатки, то, что от нее остались. Вот они, ягодки. Вот они еще даже... Вот я срываю, показываю. Вот она, коренда. Выглядит как смородина, ягодки. Даст Бог, мы 10-го выезжаем. Посмотрим, конечно, по погоде еще, как погода будет. Если дожди будут, то может даже и раньше выйдем. Вот и здесь вот мы приехали последний раз поесть ягодок. Как говорится, с этим местом попрощаться, Господа прославить за чудное его творение. Плоды эти, что он даровал человеку. Слава ему вовеки. Ходили по той стороне, там посажены коренда, и по этой стороне. Вот, вот тут у нас вот примета, 4 березки. Вот. То есть напротив их надо сворачивать, чтобы выйти на эту ягоду. Ты объясни, что мы идем через линию, сейчас здесь. Когда разъезды не выключай. Ага. Сегодня какое уже? 6? Да, 6 октября. 6 октября. Приезжаем 10. Сейчас мне надо развернуться тоже с велосипедом. Вот у меня тоже ведерочка висит. Литровую вот коренду, сколько насобирал остатки. Все, поехали вперед, небо нас ждет. Вперед, вперед, небо нас ждет. Когда окончим все. Замечательно написала стихотворение, потом песню составила там Марина Дыбунова. Выиграли Дубунова, жена. Талант у нее. Сейчас на первой пониженной и выйдем. Чуть-чуть наискосок надо ехать, чтобы легче было забраться. Сейчас мы до остановки доедем, где мы садимся на поезда. Что обернул, что в другую сторону. И там перейдем через линию. Здорово. Невероятно. Прямо все засыпали землю. Никакой длины нету тут еще. Все, трава какая, ну нет, так это висит. А дальше катали. Вот тут сливка. Ну куда что? А мы каждый камушек собираем. Такие деньги накладывают. И ничего не сделаешь. Государство должно делать дороги, на поля, везде. Ничего не делает. Ни копейки за 28 лет. Ну что делать? Здесь все равно продолжается. Сюда очень опасно. Там покрытие дороги. Ну да. Так, доезжу дороги делать. И на ту сторону. Маленько набрали, наели. Учитывая, что октябрь месяц, нигде не таких ягод, ни фруктов, и не считая вот рвенки. Здесь мороженое. Здесь мороженое. Так, ну жаль.
перелазить вон там будет, вот сразу на дорогу. Ну да. Жирный, жалко как. Как он так мог оказаться на дороге? Кто-то вредничал. Вредитесь, пожалуйста. Ну вот так все. Давай велосипед, или там засними все, расписание, и пока на дорогу не выйдем, снимай. Иди, скамейки, все, лестницы. Вот скамеечки сделали. Раньше даже этого не было, после того, как разобрали старый вокзал. Вторая скамеечка. Тут урны. Что удивительно, что они чистые. То есть там есть мусор, но немножко. Здесь и народу, конечно, мало садится, видимо. Или более совестливый народ. Вот. Подстепный. Подстепный. Вот движение наших поездов. Постоянные, которые. Ой, извиняюсь. Берегись поезда, предупреждение. Вот как тут выглядит беседочка. По крайней мере, от ветра ты можешь закрыться. Укрыться, вернее, и от жары, и от сильной. Тут вот этих окон не было, а сделали. Меня кто-то попросил. Вот. Вот так вот стараются. Реагируют, видимо, на пожелания пассажиров. Тут вот ступеньки хорошие, железные сделаны. Вот ты смотри, здесь никого, кроме потеряевских, нету. И дорога как? Прямо, это наши сделали переход, влево куда-то, потом вправо, такой кандибобер. А там дорога идет на переезд. Вот так вот, где тополь стоит, ну маленько, вот столбы. И вот так на дорогу, тут прям совсем близко-то, тут раза в 4 больше не сделали. Почему? Там где-то бывает немножко траншейка. Вот. Во время дождя машина проехала. Можно было зарыть. Но ни один, вот, ни, даже слова нету. Была бы машина, то сейчас раз проехал туда. Да можем прямо пройти. Но это ничего не даст. Все предпочитают идти по накатной. И ехать тоже. Попробуем пройти пешком или туда пойдем? Да лучше по дороге, конечно. Лучше по дороге. Вот скажем, сделаем. Вот дерево, которое растет напротив столба. Посмотрим, как оно оказывается. Где? Такое везде. Я оказался из числа тех, которые предпочитают по накатому идти. Ну я спрашиваю сюда, ну почему? Вот все знают, это туда, а сейчас вот туда поедут. А зимой-то это проще было бы, да, пробиться? Нет. Вот с этим я никогда не согласен. Я думаю, может, из-за этих вот кустарников решили дорогу не делать. Там нету никаких кустарников, а вон тот тополь-то. Все это можно убрать. Можно, кустарник, да. Там это. Вот тут, смотри, как петля, обошли, теперь поворачиваем вправо. Вот, так, вот это, да, долго-то она одинакова, что сейчас мы шли, и там такая же. Вот, ну, тут уже, пошли. Как обычно, мусор накидали, бутылок это навесили. И дальше пошло туда, в другую сторону. Вот я о чем говорил. Вот оно откуда идет. Смотри, нормальное
Просто нормальная, никаких там... Нет, там канал он впереди, небольшой. Ну, засыпать ее можно было. Можно было. Теперь пойдем прямо или по дороге? Как хотите. Прямо. Вот сейчас мы посмотрим, как у нас получится. Да вон куда пошла она, дорога. А здесь мы прямо выходим. А я дорогу-то пробили, она бы была ровная. Я тут не ходил, никогда. В один раз можно пройти. Вы уклоняетесь тоже направо. Не может пойти. Это на Сергей тут ехал. А вот это вот одна тропа. Не два колеса, а одна. Ты знаешь, что такое-то? Это борсущая тропа. Вот, гляди. А вот вторая идет. Далеко? Да вот, рядышком. Она идет прямо параллельно? Ну да. А то обычно борсущая трава-то, это тропа. Нет. Вот мы выходим. Опа. Вот теперь посмотри. А это вон куда дорога увела, даже вон туда. А вот она прямая какая. О. Один раз проехал бы на машине-то. И дальше уже с лопатами засыпать все это. Остальное-то. Это двоим человекам тут день делать нечего. Нет. Вот это вот у нас такая стагнация называется в мозгах. Застой. В заднем колесе еще. Ну еще. Это можно выбрать. Все. Вы еще, Господи. Благодарим тебя, что позволил снова здесь быть. Благослови это место. И тружеников этой дороги. И запрети здесь недобрым людям по этой дороге находить нас. И милости просим добрых людей, желающих жизни во Христе Иисусе православных. Тебе, Боже, слава за все. Нынче какая тут история нехорошая. Один место из Казахстана сильно грозился. Я приду, там разберусь. Ну как разбирается, не знаю я. Шел он, его вынесло на линию. То есть он слез на станции. Здесь нет остановки. И видимо ночью. Зарезал поезд, увезли, говорит, с Казахстана. Может быть он шел по Теряевку. Ничего не известно. Ну больше никто не грозит оттуда. Нет, там говорили свидетельства, что он подъехал на такси на дороге, там вышел и пошел через все. Ну может быть и так, да. Но вышел на дорогу. И замерз, видимо, дорогой. Напрямую, да. Вышел и по железной дороге шел. Шел, еще он думал. И поезд зарезал его. Да, и какую-то там сумму нашли при нем, денег большую. Так вот. Все в руках Божьих. Все. Эти кусты уже все наросли позже. Их не было. Так что-то немножко было. Интересно, кто-то их ограничивает кусты, да? О, знаете, что? Рябчики. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 15 штук. Это может быть даже один выводок. 12 яиц. Рябчики. Их не узнаешь, где они. Это не утка. Пришел к озеру и стреляет. Они садятся на поле. Где-то сейчас пролетели, сели, иди ищи. Это рябчики. Большие довольно. Да. Дикая курочка в нашей местности.
Тетеревов нету. Куропаток было много, очень много. Сейчас их нет. Вывели всех. По той железной дороге, где стоит там, Россия, 3 километра мы потеряем, и так мы наматываем, 3. А если вот ты живешь ли, и прямо перпендикулярно напрямую идти к линии, 2, примерно. А это видишь, как далеко в стороне. Вот мы учились в городе, здесь приезжали, слазили, ходили. Банку послушишь, там лестница наш. Сейчас дай голубям. Мама, вот он след. Сразу вот. Первая. Кто крещеные? Ну я крещеный. Все, открывай ворота. Говорили, говорили. Как-то рассказывали, сидели вот две мужики. Выпивали. Запуска есть. Кто-то в окно увидал, я приехал. Как он закричал своим, говорит, Игнатий приехал. Мужики здоровые, там бригадиры. Как они, говорит, ломанулись в двери. Я зашел, дым такой еще, дым. Да вот тут заходил. Что ж, один так накурил, что ли? В комнате и в комнате. Вот такое дело. Там брат или кто их курил. А то еще не говорит, да я их в глаза не видал, они друг другу передают. Господь, милующий дух наш. А вон дальше впереди роща. Большая роща. Прямо за рощей, сразу по дороге. Начинается Потеряевка. Я вот все думаю, люди, которые избирали, где быть, вот им отвели места вот эти вот. Первые приехали Потеряевку. Они обходили все, что нужна вода. Нашли лага. Если лага, значит весной течет вода. Надо запруду делать. Ее прорвет. Как? И они начали вот этот шлюз копать. Там уже лов был, но не до конца. А зачем он лов, когда она на прополую идет? И они сделали, воду спускают. А теперь где идет, там осталось 6 столбов. Белые. Белые стоят столбы. Ну сколько ему? Лет 190 примерно, 200. Как приехали, конечно, сразу они, это, говорят, лиственница, пилили ее зимой, чтобы вся смола была внутри. А потом копали ямы. Ямы здесь песка нету, глина, жирная называется. Ямы, большие ямы, а может метров на 6. Да, вот эти производили весь, везде они брали. Это лестница до сих пор. Клали эти бревна, их придавливали щепками. И они там намокали, пропитывались. Может быть, воду разогревали. Горячая была, не знаю. Лежали они там, как намазали воду. Может быть, она не один год лежала, эта свая. Вот они их там столбы поставили. Ну и нигде гнильцы нет. Это такая же самая земля, только люди другие. И вот эта добрая память о них осталась. Это они выбрали место потерять. Вот они первые шли здесь, смотрели, переговаривались. Венедикт, там кто был первый. У меня это родословная их была. И когда спустились там дальше, то о, тут лага, тут такие запруды можно сделать. Экскаватора нету. Трактора, машины нету, все на лошадях. Начали работать, белка жить. Отец говорит, вот люди стригут овечек, а у нас ничего нету, овечек-то. Да бывает, овечка спит где-то в грязи, и у ней на шерсти насохнет. И она идет, они гремят, как какие-то шары друг об друга обтерлись. Ну, люди обстригают и бросают, а мы брали их, вымачивали, чтобы те шерстинки выбрать. Вот какая была бедность. И дальше уже начали они лобогрейки купили, лошадей. Им отмерили десятины.
А первые старики, которые приехали-то сюда, они же не старики были, держаки, из попов, здоровяк. И приезжающим вначале землю нарезать дали им право. Земля-то вся, они не могли ее спахать, вот такое. На лошадях пахали. А пахать-то это надо минимум 3 лошади за плечи. Две даже, одной-то не спашешь. Так, с собой. Это говорили, что я, может быть, официальница. Нет, значит, бежать дальше. Ну так вот принимали веру. Вели себя под нажимом все. Из-под ножа, как у мусульман. Вели веру, все. Ну, приняли. А в душе-то осталось. Вот мой отец Тихон Дмитриевич. Дмитрий мой дед. Он здесь был с отцом, пас. И потом собрался на родину. У меня рязанская. Мама горянка. Жили они здесь. Это Черышки, что ли, район. Мы ездили туда с мамой. И она сказала, какой дом. Мы макетик дома сделали. Он у меня там остался. Ну и поехал домой он. В Белокрылинской иерархии. И шестицы. Он жил со староверами, тут молились вместе, а причастия-то нету. Отец-то мой понимал, что без причастия как. Ну, я сходил, помылся, говорит, в бане накануне, причастился. Сели за стол, а кто-то решил посмеяться. А у него брат был глухонемой. И говорят там, Иван, что ли его звать, что этот приехал брат-то твой, Дмитрий-то, он отнять дом твой хочет, а он в их доме остался-то. И у него гирька оказалась в руке, он гирькой это его как ударил в висок и сразу убил. Это так рассказывали домашние. Вот так мой дед погиб от двоюродного деда. Ну, если верить рассказам. Евангелия не было. Была книга, называлась «Златоуст». Она сейчас где-то есть у нас. Толстая, большой формат. Такого славянской формы. А там все. Василий Великий, Нифон, Жития. И Кирилл Иерусалимский, Кремсий, Нифон. Ну, так вот. Что-то знали. Что надо жить правильно. Вот это знали. Ну, я, конечно, вспоминаю. Я когда еду, тут думаю, так они шли первый раз. Этой полосы не было. Роща, может быть. Ну, роща могла быть. Роща так просто не нарастет. Это было в 1818 году. Так сохранилось. И мне помог Русаков Владимир Константинович, он там историк, в Государственном музее Алтайского края достать эти данные. А Корчина, которая больше развелась там, в 25-м году, ну, считай, на 7 лет позже нас. Ну, вы когда по Деревке жили, Корчина, она была все-таки больше или меньше? Не знаю. Я знал школу и где квартира. По Корчине там они ходили. Не знаю. Ну, думаю, что если оно село было, то село это больше, чем поселок. Мы были поселок. А там был сельсовет. Там было МТС. Машино-техническая станция, трактора ремонтировали зимой. Специально. Ну, как сейчас вот где-то ремонт машин. Там была школа, семилетка, у нас 4 класса. Но судя по этому, а там 7 классов, это 10, ермачихи даже не было, а там намного больше нас. Так что по всем признакам Корчина была больше. А в Корчине там памятник стоит. Когда белые тут отступали, захватили, корчинские на стороне белые были. Кто тут? Колчак шел? Не знаю. Ну, главное, что их расстреляли. Им памятник был. Сколько там? 6 человек или сколько? Прямо около школы был. Так, пирамида. И кирпичи выступают, и мы по кирпичам этим лазили. Высокая, она сейчас, кажется, есть еще. Так что
А здесь побеляется-то никого и не было. Не воевали. А уже в 30-м году стали ссылать. Тоже, я не знаю, 5 что ли семей. Потеряевы, Рыжковы, Кубасовы. Которые сослали, все отняли, привезли на голый берег, выбросили, вот и помирает русский человек. Такая людоедская власть была. И вот здесь, сколько лет, 10 назад, приехала Евдокия Титовна. Иван Нефантьевич, муж ее, слепой. И вот они здесь пожили, он умер, она похоронила его и выехала обратно где-то в Томской губернии. Такая как это, как было что-то такое. Не могу назвать правильно, город. Мы туда заезжали к ней на дом. Веселая, хорошая старушка. Ей уже было больше 100 лет. Они старообрядцы все были. Ну а тут уже все перешли в Московскую патриархию. Мы их водили тут. По милости Божией. И вот и могила Ивана Нефантьевича здесь у нас. Кто-то был уже прав-правнук. Иван Нефантьевич. А приезжали с сыном Геннадием. Геннадий уехал домой. Качели тут помогал делать, и такой мастеровой. Тоже беда какая постигла. Он любил что-то делать. Ну, такой юный на какой-то техник в школе. Ну и он там паял, и кто-то подложил там что-то нехорошее. И у него в руках как рвануло это, ему глаз сразу выбило. И так он с одним глазом жил. Кто-то же отвечает за это. Там очень видно, наверное. Для слова Божия нет душ. Там есть письмо. Первое, когда они просчитали православные Руси, такое. И они письмо написали. Так мы рады, что наше поселение оживает. Ехала. Вот это история на каждом шагу. Вот здесь вот через кладбище идти. Когда я уходил, мама меня одного не отпускала, тех, кто там учился. Она шла меня провожать ночью, поезд ночью был. Я брал с собой ружье, заряжал и вышли. Волки тут ходили, мы их там обидели. Большие стаи, штук 5. Мама обратно шла с ружьем. А ездил я сюда, там, ну сколько, раз в месяц или как, чтобы постирать, мама постирала. Жил там на квартире, ничего нет. Залазил на вагон и на вагоне зимой ехал. Один раз что-то там бежал, и еще сорвался, да ладно, где. Номер вагона зацепился, да, как крюк. Тоже мог погибнуть. Вот последний вот тополь растет. Это конец деревни. А там березка в цехе, а это уже решено. Вы говорили, там же на пруду кто-то жил еще, да? Нет? Что там? А вот где пруд? Там кто-то жил? Или здесь? Рыжковы, это потеряевые были. Они описывают, что у них есть, за слово Божие нет уз, они там перечисляют. Кузница своя была. Один дом был для приема гостей. Во как. Трудом своим. Ни копейки не было ворованного. Это не были депутаты сегодняшние. Когда кто-то рядом, всегда беспокоишься. И тут пока.
убирать его убираем. Горчица. То ли такой мелкий у него шаган. Не знаю. Не подходит. Я его попрошу пойти наверх. Края, которые уже автовышили, не брать, а брать только включать, где есть. Голубям набрать. Вот он вот это. Она выглядит как у корабля мачта раньше была. Да. Мачта. Да, 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 да. Рея. Вон мачта, гро. Мачта. Дизайн мачта. Вот мы выпилили из-за поворота, видать, приехали, нет машины. А то прям хватило и не видно было. Ну вот так вот. Слава Богу за все. А там Потеряевка начинается уже. Вон дорога в Потеряевку уже заходит.